На протяжении нескольких дней в новогоднюю студию нашего телеканала приходили взрослые волшебники, руководители предприятий, организаций и бизнесмены. Так Бобруйск-360 принял активное участие в благотворительной акции «Подарим детям сказку». 30 декабря 40 детей детского дома посетят новогоднее представление в городе Минске. Добро пожаловать в Простоквашино. Мы с удовольствием передадим ваш сертификат. До начала съемок ребята из социального приюта города написали свои желания. Записки с заветными строчками хранились на елке. Гости выбирали по одному из писем. Правила очень просты. Что написано, то и исполняем. Итак, что же выпало вам? Саша, 4 года. Я хочу на Новый год робота. Замечательное желание мальчишки получить настоящего робота. Ну что ж, я думаю, его желание в этом новом году исполнится. С удовольствием, я с удовольствием помогу. И уже сегодня финиш доброй акции. Дед Мороз доставил все подарки. Получить их смог каждый, но при одном условии. Рассказать стишок или спеть песенку. Посмотри, какой тебе набор. С Новым годом, Дед Мороз, всех нас оставил. Молодец. Снеговик, морковный нос, а рядом Дедушка Мороз. Их разлучить никак нельзя, они ведь старые друзья. Подарили много чего. Мячи, спортивную форму, куклы, конструкторы, игрушки. Все ребята не скрывали свою радость, улыбались до ушей. Видите, как сегодня у нас дети, какие счастливые. Ну, хотя бы Новый год, и они ждут чуда. И чудо сегодня произошло. Финиш доброй акции – это всего лишь конец очередной главы. В следующем году она обязательно продолжится. Ведь чужих детей не бывает. Все дети наши. Максим Кимбель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.